Итак, народ, всех приветствую на канале «Занимательное музло». Это мой третий влог о пребывании в Англии, и сейчас мы находимся в Шервудском лесу. Шервудский лес для меня это больше, чем просто лес в графстве Ноттингем. Это все-таки Робин Гуд, а Робин Гуд был моим героем детства. Я дико обожал всех этих рыцарей, истории про Робин Гуда. У меня в детстве была советская пластинка, я заслушивал ее просто до дыр. Естественно, художественный фильм, даже песня «Кармен» Робин Гуд, и та тоже постоянно мной крутилась в магнитофоне. В общем, Робин Гуд это действительно был прям такой моим одним из самых любимых героев. Все эти истории про рыцаря Гая Гинзборна, про малыша Джона, ну это все дико очень круто, и, конечно, у меня просто переполняют сейчас эмоции. И мы сейчас вот уже пойдем в сторону дерева, где располагался лагерь Робин Гуда. Очень интересно на него посмотреть. Мы совсем чуть-чуть свернули с тропы туристической, и вот такое прикольное, прекрасное, красивейшее место нашли. Офигеть! Офигеть! Это невероятно красиво. Я постараюсь заснять против солнечной стороны. Это что-то невероятное. Да? Выглядит очень круто. Офигеть. А вон там прям как будто шалаш можно какой-то сделать. Прям посмотрите, прям посреди такого папоротникового поля. Очень круто. Просто совершенно неожиданно. А там кто-то есть? Не могу понять. Смотри, это самый настоящий шалаш. Там кто-то ходит. Будем заглядывать с другой стороны? Нет. Точно не будем записывать с той стороны? Иди с тобой. Я с тобой. Окей. Серьезно, ребят, это офигеть какой шалаш. Там как столик из пня. Жесть. Еще один шалаш нашли. Но здесь рядом небольшое поселение, вилледж. И в принципе я думаю, что здесь могут в принципе и дети строить, играть вот такие шалаши. Неожиданно. Да, это коровки. О, смотри, какие рога у них вниз. Смотри. Ты видишь?
налево это длинная тропа, направо чуть покороче, и направо тропа уже ведет к дереву Робин Гуда. Так что мы, наверное, пойдем уже направо. Мы и так обошли практически весь Шервудский лес. Ну что, друзья, вот оно, то самое дерево, где прятался легендарный разбойник Робин Гуд. Мы видим, что оно на подпорочках. Вот все это не обломилось и сохранилось до потомков. Но выглядит, конечно, очень круто. Эмоции просто неописуемые, впечатления. На пути из Шервудского леса, проезжая город Нью-Йорк, увидели замок посреди города и решили его осмотреть. И прямо в этот момент здесь проходила тематическая свадьба. Женились какие-то неформалы, куча волосатых людей, ну парней в смысле волосатых, и все в тематических костюмах, девушки тоже в длинных красивых платьях. Это прикольно выглядело. Но вот от замка осталась только вот такая, получается, одна стена, и, к сожалению, на нее даже подняться нет возможности, там все входы-выходы перекрыты. Но это все равно выглядит прикольно. Друзья, спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписывайтесь на канал, и пока!